У меня была миопия минус 4 на оба глаза. И последние 5 лет я носил очки, потому что без них практически ничего не мог видеть вокруг. Но понятное дело, что это приносило некоторые неудобства, дискомфорт бывало. Поэтому я решил, что... Я решил поузнавать, есть ли вообще возможность сделать, может быть, операцию на глаза для восстановления зрения. И я узнал, что в клинике Федорова, города Краснодара, есть такая возможность, что с помощью современных технологий, фемтосекундного лазера, можно это сделать быстро, качественно и достаточно большой гарантии успешности операции. Почитав в интернете и в дальнейшем созвонившись с клиникой, я еще больше убедился в том, чтобы сделать эту операцию. Сама операция проходит достаточно быстро, в течение 20 минут. Никаких неудобств, дискомфорта она не приносит, я не почувствовал. И буквально сразу после окончания операции я понял, что я стал видеть лучше. А уже на следующий день, буквально утром, я понял, что вижу идеально все, как в очках, и даже лучше. Что немаловажно, так и это то, что процесс реабилитации, он очень скоротечный, можно буквально через несколько часов после операции уже заниматься теми делами, которые нужны, учиться, работать. Я всем советую, у кого есть проблемы со зрением, сделать себе эту операцию. Спасибо за внимание.